Организаторами детского праздника стали сотрудники и курсанты Донецкого юридического института МВД Украины, которые составляют основной костяк федерации под руководством членов Президиума Донецкой областной федерации силовых видов спорта. Они решили подарить детям праздник, доставить радость и, конечно же, преподнести праздничный подарок. Мы хотим пожелать всем здоровья, мы хотим пожелать всем в новом году всего доброго. Чтобы все были счастливы, чтобы меньше было огорчений, чтобы дети радовались. Собственно, для этого мы сюда и пришли, чтобы увидеть улыбки детей, чтобы подарить им праздник, чтобы в очередной раз проявить свою заботу, внимание о детях. Потому что мы все отцы, мы сами дети, и это очень приятные моменты, они дают большой такой позитивный заряд энергии. Мы просто рады, что имеем возможность это сделать. Вначале с показательными выступлениями выступили мастера борьбы, которые продемонстрировали детям захватывающую технику бросков борьбы дзюдо и самбо, которые на практике применяют сотрудники органов внутренних дел. Затем мастера боевых искусств продемонстрировали технику владения приемами рукопашного боя. Следом на сцену вышли силачи-гиревики. Мастер спорта Украины по гиревому спорту Алексей Филипков продемонстрировал захватывающие упражнения композиционного жонглирования с гирей, демонстрируя технику владения гирей даже с завязанными глазами, чем вызвал восторг детишек. Свою богатырскую силу продемонстрировал чемпион мира по гиревому спорту, мастер спорта Украины Иван Демин и кандидат в мастера спорта Украины Артем Скорик, которые продемонстрировали основные упражнения гиревого спорта – технику, силу и выносливость настоящих силачей. Финальным аккордом стало выступление виртуоза баскетбольного фристайла Руслана Панченко. Зрители благодарили Руслана за выступление бурными аплодисментами. Ребята получили колоссальное удовольствие от выступления. Мы рады донести до детей то, что силовые виды спорта – это сила, это воля к победе. Это умение защитить себя и окружающих. После выступлений спортсменов президент Донецкой областной федерации силовых видов спорта, мастер спорта СССР по гиревому спорту Олег Владимирович Касатко поздравил детишек с наступающим праздником Святого Николая, новогодними и рождественскими праздниками и вручил плазменный телевизор. После официальной части праздника спортсмены и воспитанники школы-интерната смогли пообщаться в теплой обстановке, а затем, разделившись на команды, приняли участие в играх и веселых спортивных эстафетах. Кира Думская, Павел Нырков, Первый муниципальный.